Кова. На улице. На улице Надморская 1А. Значит, так это, ну, это ощеродок по-польски. Изабелла называется. Я его заложила в 1992 году. Здесь был лес, мы корчевали, постепенно мы все устраивали. Но вот так и дошло, что сейчас много приезжает людей, довольны все у нас. Принимаем очень гостеприимно всех и приглашаем с России, с Белоруссии, со всех стран. Приезжайте к нам. У вас три дочери, да? Три дочери, да. Одна в Швеции, у меня за шведом замужем. Давно в Швеции? 25 лет. Ага, бывает здесь, приезжает сюда? Она тут что-то редко, у них там теперь все, не могут оставить дом. Но я-то, мы теперь были с Татьяной, с дочерью. А, там были в Швеции. Там были. Ну, я что, год еду на праздники, на все, так что очень хорошего зятя имею, очень этого. А здесь шведа. Вы живете целый год? А здесь живет дочь целый год. А, целый год. Да, я в Чечне. Ну что, Пустково очень, конечно, когда я их покупала, то вы знаете, Пустково это была деревня, это было три дома тут. Так. А за это время, видите, как вот у нас очень гмина хорошая. Ага. У нас очень много уделяют, вот нам дорогу сделали, все это самое, очень красиво все здесь. И здесь тоже будет у нас большой очень прогресс. Здесь будет дорога, и будем сразу иметь за домом, будем иметь сразу на море. На море, вот это очень хорошо. Да, это уже запланировано, но только там с финансами, может быть, как-то будет вот, в этом году или в прошлом, не знаю, как там будет. А так люди приезжают очень довольны. У нас очень хорошее место. У нас кардиологические такие, знаете... Для здоровья хорошо. Для здоровья очень хорошо. Тут приезжала одна дама, приезжала, привозила мужа, то она возила его на машине, чтобы сойти там на море. Побыла две недели, он бегал, как не знаю что, и не надо было возить его. О, как. Да. Здесь, когда обследовали, то как будто очень хорошее. А вы купаться ходите когда-нибудь? Ну, конечно, конечно, да. Как погода хорошая, такой у нас как людей много, то мы трудно. Я все регистрирую, все тут веду. Я не могу оставить, потому что люди не могут ждать. Понятно. А так, конечно, климат здесь очень хороший. Вот, так что мы здесь так в лесе, тут такой у нас какой-то тишина, покой. Спасибо большое за рассказ. Я, с вашего позволения, если вы позволите, я включу ваш рассказ во вчерашний короткий фильм о Пусткова. Меня поразило очень много. Спасибо. Я вам желаю крепкого здоровья и мои наилучшие пожелания. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Петя первый прибежал. Молоко.
ко-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